пребывая практически, жил в кладовке утюг электрический. Даже с новой подошвою классною жизнь казалась ему разнесчастною. И иногда только утром или вечером выбирался на редкие встречи он с неуклюжей доскою гладильною, да с хозяйкой своей субтильной. Чтоб для этой хозяюшки душечки гладить с чувством оборочки и ушечки, и дышать горячо на салфеточке, и утюжить полоски до клеточки. Он на блузках ее по порядочку нацеловывал каждую складочку, и с особой сноровкой и грацией по атласной с корзинкой комбинации. А позднее, уже обесточенный, он подошвой блестя навороченной бредил новую встречи, пусть редкою, и пыхтел под хромой табуреткою, там, страдая почти что физически, одинокий утюг электрический все мечтал о высокой награде, чтоб его хоть разочек погладить. В забытии пребывая практически, жил в кладовке утюг электрический, бредил новую встречу, пусть редкою, и пыхтел под хромой табуреткою.